Ни о чем другом говорить, как бы, кроме войны, не хочется. Никто не верил, что в 21 веке можно такую хрень отчебучить. Ну, Путин на Новый год вышел и стал что-то обещать, а потом выскочил из-за кадра жаба и стал его душить. Путин думает, что искусство — это что-то такое, чтобы гимны петь ему же. Старые КГБшные хмыри, которые уже, по идее, должны были вымереть. Они боятся узнать правду, они боятся, что все кончится плохо, и даже знают это, что все кончится плохо. Смотрите больше в рамках марафона «Freedom» во вторник в 12:00. Цикл интервью с Сакеном Аймурзаевым в программе «Люди доброй воли» на канале UA.